Всем привет, ребята! Вы попали на мой YouTube-канал, меня зовут Катя, и сегодня я снимаю долгожданное видео «Распаковка с Wildberries». Такое видео вы у меня просили, и поэтому я решила его снять. Позавчера я ходила на Wildberries и забрала свои вещи. Некоторые вещи задерживаются, поэтому я их сегодня вам не покажу. Носки и колечки мне еще не пришли, но, скорее всего, я их покажу в своем телеграм-канале. Кому интересно такое видео, обязательно поддержите меня большим пальчиком вверх, подписывайтесь на мой YouTube-канал и также на мой телеграм-канал. Начну я, наверное, сначала с одежды. Первое, что я вам покажу, это будет вот такой вот лонгслив полосочку. Цену я напишу где-нибудь здесь, и также ссылки на товары будут внизу в описании. Открываем. Итак, вот такой вот лонгслив, в нем, наверное, можно ходить в школе. Ткань у него очень приятная, я заказывала размер XS. Я очень давно хотела лонгслив коричневую полосочку, и вот он у меня появился. Далее у нас идет тоже лонгслив, только он полностью белый, я бы сказала, он молочного цвета. И он укороченный. Там был только один размер, 42-44, S-ка. Я не знаю, как вам тут его показать. Надо показывать это сразу на видео, как он на мне сидит. В общем, ткань его достаточно приятная, тут завязочки. Последний из одежды идет, это белый топ. Я его, кстати, даже не мерила. Итак, вот такой вот обычный белый топ. Это вроде бы размер S, если я не ошибаюсь. Тут не написано. Он в рубчик. Вот. Надеюсь, он мне подойдет. Итак, с вещами мы закончили. Я заказала себе сумку. Я очень давно хотела сумку через плечо, и вот я ее заказала. Достаем. Она достаточно маленького размера, ну вот моя рука, и вот эта сумка. Она вельветовая, к ней, наверное, будет липнуть шерсть от кота. На молнии. Тут серая такая подкладочка. Тут есть еще один раздел. Маленький. Моя долгожданная покупка. Это вот такая вот лампа. Я ее очень-очень давно хотела. Я ее уже проверила. Так, тут есть вот такой вот пультик, которому надо батарейки. Но батареек у меня нет, их надо как-нибудь купить. Тут еще можно регулировать цвет лампы с помощью телефона. Надо скачать приложение. Так, вот сама лампа. Я ее собрала. Можно ее включать. Сейчас, конечно, не темно, и поэтому не очень видно. О, да. Я так могу повернуть. Вот. Тут пока что только один цвет. Итак, лампа, я очень довольна. Теперь переходим к следующему товару. Так, я заказывала себе новый чехол на телефон. Он стоил около 500 рублей, но он мне понравился, вот. Сейчас покажу, как на телефоне смотрится. Ого, прозрачный и хорошо гнется. С Wildberries я достаточно много заказала косметики, и сейчас вам ее покажу. Первое, это идет такая вот коробочка. Тут у меня лежит пудра. Слава богу, ничего не разбилось, очень хорошо упаковано. И это пудра от Essence. Я думала, она будет очень маленькой, как это писали в отзывах, но она достаточно большая, мне понравилась. Не знаю, какой от нее эффект будет. Я думаю, она такая же, как от Maybelline New York, которая у меня сейчас есть. Как она пахнет? Не очень. Ну да пофиг. Дальше идет тушь от Luxe Visage. У меня сейчас такая есть, но она почти закончилась. И вот я решила заказать второй раз. Сейчас ее откроем. Кстати, сейчас эта тушь у меня на ресницах. Вот так выглядит. Так, открываем. Так, при вас открываю. Так, вот моя тушь, и вот которая мне сейчас пришла. Дальше идет база под макияж. Она очень популярна в ТикТоке. Моя закончилась, и я вот решила заказать тоже уже второй раз. Тут написано «С любовью для вас». Открываем. О, да. Если она пришла никакая не разбитая, фу, только пахнет она не очень. Во, да, какая красавица. Мне этой базы хватило на месяца 3-4. Следующее, это идет вот такой вот блеск, который увеличивает губы. Он тоже был достаточно популярен в ТикТоке давно, но почему-то я решила заказать его только сейчас. Так, ну ладно, открываем.
Мне интересно, какой эффект будет. Реально ли он увеличивает губы? На отзывах пишут, что он увеличивает. Так, вот. Вот он. Сейчас хочу его понюхать. Ничего себе. Он-то вкусно пахнет. Мне запах напомнил вкус Липтона с персиком. У меня осталось два товара. Вот они. Первое идет вот такой вот тинт для губ от Luxe Visage. Сейчас понюхаем, как он пахнет. Он очень вкусно пахнет. Какой-то конфеткой. Итак, тинт мне очень понравился, я вам рекомендую. И последнее, это идет гель для бровей. Я даже не помню, от какой он фирмы. Сейчас посмотрим, откроем. Итак, это гель для бровей от Divage. Так, я давно хотела себе гель в цвете, потому что я всегда покупала прозрачные. Не знаю, пахнет, он ничем не пахнет. В общем, мне пришли колечки, я их ношу уже несколько дней, одеваю их на средний палец. Итак, мои покупки с Wildberries закончились. Если тебе понравилось это видео, ставь большой пальчик вверх, подписывайся на мой YouTube-канал. Ссылочки на товары у меня будут внизу в описании, обязательно переходите и покупайте, если вам что-то понравилось. Ну а я с вами буду прощаться и всем пока-пока.